Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в болотную атаку. Я немножко поиграл, капельку, ребят, заработал себе денежек, буквально 1651 монетку. Это для того, чтобы хотя бы что-то можно было купить в магазине, ребята, потому что я все потратил. Так, ну и начнем, пожалуй, мы с боеприпасов. Возьмем вот так вот. И теперь нужно нам купить. Так, один аккумулятор я себе приобрел. Давайте, наверное, сделаем, знаете что? Может быть, нам знак стоп... Нет, знак стоп — это ерунда, на самом деле. Вот, холодильничек, наверное, нам пригодится. Здесь холодильник и вот так вот. Ну все, ребят, вроде бы нормуль. Одна бутылка молотого, два аккумулятора, один холодильник. Я надеюсь, этот уровень паршивый мы с вами все-таки сегодня одолеем, пройдем. И будет им, как говорится, жарко. Бобропокалипсис, да, у нас здесь начинается. Вы помните, мы именно на этом уровне, ребят, с вами и остановились. То есть здесь злобные бобры на нас будут переть. И мы будем, естественно, давать отпор. Я надеюсь, вот этого всего хватит мне, чтобы я мог отстоять в последней волне. Так, дай мне сюда М16, буду я бомбить с него лучше. Так. Они так пищат, ребята, как игрушки какие-то эти. Так, уточку дай сюда. Знаете, как их, что? Ай-яй-яй-яй, забыл, ребята. Можно понять. Так, ну-ка, дай-ка их поджарю малька. Пускай горят, в конце-то концов. Ну? Давай. Оп. Так, да ёпарасоте. Так, надо переключаться. Какое УЗИ? Не-не-не-не-не-не-не. Не прокатит такое дело. Так, замечательно. Давай быстро перезарядку. Так, тихо, где бочка? Вот она, бочка. Еще одна летит, бочка. Вот так вот мы ее. Так, и бросим сюда аккумулятор. Вот так вот, пускай жарятся говнючки. Мне их нисколечко не жалко. У меня уже есть одна бобровая шуба. Я думаю, мне достаточно ее. Вы помните, да, мы с вами босса убили, да? Причем здесь этих боссов была целая куча. Так что хватит, как говорится, и мне, и жене бобровых, как говорится, курточек. Так, ждем дальше, ребята. У нас еще есть один холодильник. Опять этот... Бочки бросает свои. Психованный-то этот наш. Так, я, наверное, брошу, ребят, сюда аккумулятор. Потому что вот именно в этой волне мы тогда с вами, по-моему, и проиграли. Да-да, именно так это все и было. Это последние архаровцы. Поэтому просто-напросто их расстреливаем. И уровень должен быть, ребят, пройден. Хотя крокодильчик, по-моему, не дошел, да? До конца или дошел? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Эй, да ядрить тебя на корень. Блин, неужели еще будет волна? Нет, ребята, нам повезло. Так, ну что, надо смотреть, ребята. Денег вообще у меня нету, они мне очень сильно нужны. Так, забираем свои деньжатки. Так, 6420, это хорошо. Это очень приличная сумма для меня. Так, и надо нам, наверное, прикупить опять, я не знаю, боеприпасы опять же эти. Без них-то никуда же, верно ведь? Так, и на УЗИ, наверное, да, купим? Давай, хотя мы можем его улучшить. Нет, я лучше боеприпасов куплю по максималочке. Так, и, наверное, нам надо приобрести. У нас ни одного аккумулятора, поэтому две штучки, три даже будет лучше всего. Плюс кислотный дождик. У нас что? У нас с вами четыре кислотных дождика. Да, надо будет взять вместо знака стоп. Потому что знак стоп мне, если честно, не особо понравился. Может быть, я, конечно, его еще не хорошо понял. Но вот как-то вот так вот. Так, можно его... Так, дождик. Вот где этот кислотный дождик? Нет, это все понятно. А как мне его... Во! Вот такие вот макаром, ребят. Ну что же. Давайте двигаться дальше. У нас пятая миссия. И опять здесь у нас украдут все наши вещи, которые я только что приобретал. Ядрить, макарить. Монстры, звони домой! Все забрали, абсолютно, ребят. Подчистую обокрали меня, а, эти пришельцы. И, как всегда, начинается крокодиловая атака. Опс! Дождик — это хорошо, ребят. Кислотный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На отсюда. Бочку эту нам не нужно здесь. Так, комарье полетело. Полетело комарье. Слушай, а у нас же дождик есть кислотный. Нет, не буду я его пока тратить. Ой-ой-ой-ой, как они заплевывают, а? Ты посмотри. Как они... Заплевывает мне... Нет, пора врубать. Не хотел тратить, но пришлось, ребятуль, пришлось. Так, бочка.
Да ёпрасоте, что ж ты со своей перезарядкой-то? Ой, как он не вовремя, ребята. Ой, не вовремя. Наш Джо буянит. Блин, у меня даже дождя больше нет кислотного. Слушай, как же вот это все назойливо, а? Ну дай хоть УЗИ-то применить. М16, погнали. По-моему, меня тут расколбасят, если честно, ребят. Я, к сожалению, не успеваю ничего здесь ни зарядить, ни перезарядить. Спасибо за дождик. Отправляем. В этот момент мы будем перезаряжаться с вами. Ага. Вот, смотрите, как их хорошо бомбит, а? Кислота, прям вот не нравится им, а? Чувствую прям. Ну, у нас здоровье-то с вами. Ой, как мало с вами у нас, ребят, здоровья. Да. Будем пытаться... Да, сюда. Бутылка молотого коктейля, да? Ладно, забросим ее. И вот архаровцы летят. Срочно, ребята. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, хорош. А-а-а, ребятули. Дай что-нибудь, что-нибудь мне дай. Фу. Мы прошли, вы посмотрите, сколько у меня там оставалось здоровья. Просто вообще на микронах, ребята, мы выжили с вами. Ух, это чудо просто какое-то, еще и достижение получил. Ну что, дела у нас идут в гору. Потихонечку мы с вами продвигаемся. Так что, ребятушки, давайте не будем расслабляться. Возьму, наверное, я еще... А, мне не надо ничего здесь брать, у меня все куплено. Так что можно полностью себе восстановить. Ха, у меня даже боеприпас весь куплен. Отлично. Тогда я, наверное, знаете, что сделаю? Блин, а я ничего не могу больше сделать. Тогда ничего и не будем. Поедем дальше. Так, у нас тут супер-пупер сложный якобы уровень открывается. Так, ребят, смотрите-ка, что это за бочка у нас там сидит? Надо ее обязательно проверить. Ходячий ствол. В плане ходячий ствол. Так, это что за фокусы тут еще идут? Крокодилы в бочках? Это что-то новенькое. То есть, я так понимаю, им по барабану на кислотный дождь, да? Но аккумулятор-то их должен пробивать. Оу, да тут не только, ребят, крокодилы. Тут вся эта нежить прет. Иди отсюда, с аркебузой он прет. Ребят, они уже не знают, как усложнить мне жизнь, понимаете? Точнее, даже не мне, а моему Джо. Джо весь просто на измене. Так что у нас там? Аккумулятор выпал один. Поэтому давайте, ребят, применим его. А в этот момент будем спокойненько себе перезаряжаться. О, видите, как хорошо бомбит. Прямо, ну, чудесно. Есть, ребята, смысл улучшать аккумулятор. Поверьте мне, есть. Это нужно делать обязательно, потому что он бомбашит нехило. На данный момент это, я считаю, лучшее оружие массового поражения, естественно, ребят. Естественно. Да слушай, хорош. Так, ну-ка давай-ка мы вот так применим. Ух, как им нравится, а это? Крокодилушка, дай монетку. Давай-давай-давай-давай, бомби. Шикарно. Так, ну патрончики тратятся, ребят, ничего страшного. Перезарядочка у нас идет на дробаше. Можно, знаете что, над ними поиздеваться. Нет, не будем мы тратить. Давай их так разнесем. Сосунков этих бобровых. Бобровые сосунки. Здесь бобры, там бомжи. Елки-палки, в каждой игре есть свои... Тихо-тихо-тихо-тихо. В каждой игре есть свои заморочки. Кстати, в этот сегодня мы поиграем обязательно в Динабэш. Там нужно бомжих этих присмирить. Ты успокойся там, а? Стреляет, он строчит. Ну а тут кто спрятался? Опять с аркебузой. Душлак, аркебуза, все дела. В общем, прошли мы этот, ребят, с вами уровень дотошный. Дай мне мои законные 4200. Так, энергия, по-моему, есть, да, у нас еще? Еще есть, так что повоюем еще. Что тут удваивает число монет после прохождения уровня? Это все, ребята, донат. Не надо мне никакого доната. Так, денежек у меня 8600. А это говорит о чем? О том, что... Так, уровень 12 нам нужно подождать, и мы получим с вами арбалет. Хм-хм. Арбалет. Наверное, есть смысл нам подкопить бабла. Погоди-ка секунду, погоди-ка. Мы же с вами потратились маленечко на патрончики. Надо патрончики-то обязательно докупать. Иначе можно попасть, ой, как в неловкое положение, что тебя разбомбашат.
чешутся руки просто вот улучшить, ребят, себе УЗИ. Ну, не буду я улучшать. Попробуем все-таки пройти. Так, мое болотце. Ну, это говорит Джо, это мое болотце, типа. Так, тихо, где она? Вот она, эта бочка, ребят, я уже приноровился. О, родные мои крокодилушки. На вас не хватает доктора Айболита. Так, дай удочку. Только он вас излечит, исцелит. Слушай, надо будет, знаешь, что посмотреть? Как они будут себя чувствовать, ребята, при огнемете. Эх, монетку не успел взять. Тихо, ребятули, ребятули, успокойтесь, комарики. На воздушных, блин, шариках с аркебузами прут. Давай. Ты видел, как у меня прошло сейчас? Все четенько. Блин, ну, патроны, конечно, тратятся с офигенной скоростью. Особенно вот на УЗИ. Ты посмотри, какие хитрожопые, а? Вон того надо шваркнуть. Быстро, конечно, у меня тратятся заряды, патроны и так далее и тому подобное. И тут родные комарики. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим, ребят, насколько... Слушай, их бочка очень хорошо защищает. Они практически не получают там урон. Да? Удивительно. Да успокойся ты уже, мышь. Дай ему нутку лучше мне. Копишь, да? А тут бац, и на тебе. Все твои боеприпасы коту под хвост улетают ежесекундно. Ух! Не слишком ли у вас тут много, ребятули? Успокойтесь. Хватит уже плевать в мой дом. Не вы его, как говорится, строили, не вам его и разносить. Так, Джо, давай-ка мы с тобой как-то, я не знаю, как-то покомпактнее будем играть-то. Мы с тобой просто... Просто лузерим. Вот сейчас, в данный момент, просто лузерим. Эй! Так, ребята, нет! Блин, да пипец какой-то, я не успел с этим... Нет, все, ребят, я настраиваю кнопки под переключение. Ну, это ерунда полнейшая. Это полнейшая ерунда. Вот сюда надо выставлять кнопки на переключение оружия. Все, этим я и займусь. Ну, все, я думаю, так будет лучше, да? 1, 2, 3. Короче, теперь я буду знать, где какое оружие. Так, ну, и надо докупить, опять же, боеприпасы. Докупаем, говорю. Ну, естественно, нам придется теперь еще докупить вот это вот. И кислотный дождь здесь очень хорошо зайдет, потому что там комары эти, ну, действительно достали. Серьезно вам говорю. И холодильничек возьмем один. Все, я готов. Поехали. Я так просто не сдамся. У нас энергии, конечно, мало, но я так просто не сдамся. Так, ребят, вот, все, отлично. Отлично, у меня работает переключение. Теперь я доволен. Теперь я офигенно как доволен. Мне опять тут подкинули этот аккумулятор. Давай. Вот так расстреливаем. А то я из-за этого, ребят, переключения только и проиграл. А так вот, теперь у меня все будет под контролем. Теперь я могу в любую секунду переключиться на нужное мне оружие. Не... Так, аптечка, это хорошо. Давай-ка дождь запилякаем. Расстрел. Минус. Во. Деловой. Отлично, справились. Так. Дождик кислотный. Давай. Жарь как никогда. Ой, как хорошо. Нет, дождь, ребята, это сила. И аккумулятор, и дождь, это хорошо. Ух ты, монетки нам просто рекой текут. Так, я вот не знаю, надо будет еще вот сюда, наверное, кнопки нам подраставить. Но это будет сложно. Это будет очень сложно. Да идите вы в лес, а? Охламоны. Эти с аркебузами очень страшные чувачки. Мы вот так вот можем сделать. Бам! Они такие, хоп, нежданчик. Я в этот момент перезаряжаюсь этого. Хлоп! Этих бам-бам! Бам! И закончились патроны у меня. Нет, ребятули, так дело не пойдет. Так дело не делаются. Опять те же самые крокодилы, ребят, которые меня и уничтожили в тот раз. Иди сюда. Блин. По привычке опять переключаюсь. У меня же кнопки расставлены, ё-моё. А я все по привычке, ребят. Так, ну что, надо смотреть. Дают нам наши кровные заработанные монеточки.
в размере 5760. Отлично, мы с вами двигаемся дальше. Что у нас там за уровень такой будет сейчас, а? Боеприпасы, говорите, купить, да? Ну хорошо, давай купим боеприпасов. Давай купим. И здесь тоже приобретем. Все, кажись. Так, по взрывчатке у нас что? 3 аккумулятора, 3 дождика, 3 холодильника. Пока достаточно этого всего. 8-я миссия. После 9-й, ребят, нам дадут какой-то подарочек. Хотелось бы посмотреть, что там будет. Ну что же, поехали. 8-й этап. После него, наверное, пойдем поиграем маленечко в мультиплеер. Они здесь. Они здесь. Только не говори, что это босс, ребята. А это босс. Да-да-да. Когда-то это был босс. Сейчас это навоз. Офигеть. Называется «Хрен пробьешь». Ну и как? Я на него что должен, блин, потратить все свои патроны, что ли? Эй! Аглоедыш! Специально, ребята, дают такого мощного охламона. Да-да-да, именно специально. Давай-ка вот так вот мы сделаем. Я не хочу, чтобы он просто ко мне подходил, понимаешь? Не хочу. Почему мы так редко критуем, а? Хотелось бы критовать получше, побольше, посолидней. Так, комары, валите отсюда. Уточка, не успел. Не успел, ребят, я уточку, блин. Давай, перезаряжайся, бродяга. Бродяга Джо вышел на тропу войны. Ну что это идет тут, а? Что это за хламоны? Пошел дождик. Блин, а бобрам, ребят, по-моему, пофиг на этот дождик. Вот крокодилы хорошо горят, а вот бобры, видите, не очень хорошо горят. Так, что там у нас? Холодильничек выпал. Холодильничек, это же прекрасно. Пилякает на скрипке. Аптечка, спасибо большое. Опа, 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 пулечки. Ребят, кто-нибудь холодильник заказывал? Я лично не вызывал. Я, наверное, нечаянно на него нажал. Хе-хе-хей. Идите прочь, кузен Джо. Ну ты будешь бомбить, а, или нет? Надо его, наверное, улучшать, чтобы он хорошо бомбил. Надо его улучшать. Тогда от него будет толк. Ну что, волна практически, ребят, подходит к концу. Опять выходит этот прыщалыга, я не знаю, как его назвать. Ага. Вместе вон с тем тошнотиком. Тошнотика я убил. Так, ну теперь надо этого бомбить. Бобровского. Еще, как говорится, одна шкура идет, ребят. Еще одна шкура. Да пускай пока он ползет, а я вот так вот сделаю. Пускай его аккумулятор бомбит потихоньку. Мы пока перезарядимся. Уточек пособираем. А потом я ему начну вжаривать по полной программе. Прямо так вот с дробаша, видишь? До последнего патрона. Перезарядка. Интересно, он мне успеет нахлобучить или нет? Может вот так лучше сделать, на всякий случай? Да, не хотелось бы, конечно, тратить вот, ребята, бонусы на какого-то одного хламона. Но если я упущу... Понимаешь, он ко мне подойдет и меня размажет, наверное. Ну-ка, давай вот так вот влепашим. Джо, давай-ка пошустрее, родной, он уже... Дождик кислотный, где... Дождик, вот он, вот, ребята. Так, погоди. А... Блин, почему ты не мог стрельнуть, странно как-то. В чем прикол был? Непонятно для меня пока. В общем, ребят, прошли мы эту волну... Прошли мы этот эпизод, но почему-то он не заканчивается. В чем проблема? Нет, все отлично. Кстати, смотри-ка, сколько у нас деньжулечек-то, а? Ну что же, продолжаем разговор. Получаем, ух ты, 9160 монет. Так, мы хотели с вами пойти поиграть маленечко в мультиплеер, да? Давай посмотрим, кто нам выпадет, кто достанется. Очень хотелось бы узнать. Пока ищем. Луки Борд. Борт. Это, по-моему, борт это лодка или как? Счастливая лодка, что ли? Ладно, не важно, ребят, кто это, счастливая, несчастливая лодка. Нам все равно, мы будем колбасить его. Надеюсь, нам дадут за это энергию. Так, что мне дали? Мне дали кольт какой-то, да? Я вижу кольтик у меня в руках. Будем сейчас бомбить этих птичек невеличек. Я буду, ребят, как вы мне и советовали, брать 30 яиц. И после этого все отправлять нашему врагу. Так будет самое, наверное, смачно. Не знаю, правда, кто здесь у нас лучше. Смотри-ка, что он делает. Черепаху не увидел я. Я не увидел черепаху. Ну, я понял, что корова вот эта вот какая-то космическая, она бросается коктейлем Молотова. А мы сделаем немножко хитрее. Мы, наверное,
пираньи ему туда отправим. Потому что их очень тяжело контролировать. Я в этом сам лично убедился. Нет, он почему-то все равно вызывает мне корову. Нравится ему, видимо, корова. Вот он мне ее и отправляет. Так, ну что, наверное, попробуем пираньи, да? Сейчас, секундочку, ребят, еще маленько. Отправляем. Пускай они его там немножко погрызут. Смотри, как они классно его там, а? Прижучили. Посмеялись, как говорится, ему в лицо. Так, давай, давай, собираем, собираем всех этих птичек. Воу, 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 смотри, что он делает. Пси! Выпустил мне каких-то дешманских черепах. И думает, что он крутой. И, кстати, лучше всего это, знаете, когда делать? Когда, ребята, вот очень много птичек вылетает в этот момент. И надо бросать вот этих вот чудиков. Потому что им нужно и отбиваться от птичек, которые очень тебя сильно досаждают. И при этом еще нужно... Что такое? Так, тихо. Немножко меня сбили с панталыги. Так, пора, ребят, пора отправлять. Раз. Раз, два. Вот так вот мы сделаем. Я ведь знаю, что ему это не нравится. Ой, как не нравится. Смотрите, как у него здоровье-то уменьшилось, а, сразу же. Будет знать наших ребят. Е, победа! У-ху! Шикарненько. Так, я получил... Я на первом бронзовом месте, ребята. Погнали дальше. Так, посмотрим, заодно энергия нам прибавилась или нет. По-моему, ничего не прибавилось у нас. Как было две энергии, так, по-моему, две энергии осталось. Ну что ж, 9-й уровень. Не забываем, ребят, что у нас здесь будет подарочек после него. Ну, а для начала мы отправляемся опять же с вами в магазин. Мы можем с вами улучшить, да, прикинь, улучшить М16. А надо ли? Не знаю. Но в любом случае припасы нужно покупать. Хочется нам этого, не хочется, их нужно брать. М16. Так, лучше мы посмотрим, что у нас по обороне, ребят. Я могу... О, кузена могу улучшить. Давай-ка я улучшу кузена. Зря, наверное, я это сделал, но мне кажется, что... Это будет хорошо. За ним правда вся, ребята, за кузеном. Плохо-плохо. Давай, наверное, возьмем вот так вот. Все, ребят, я готов. Я готов к 9-й миссии. Поехали. Две энергии еще есть. В гостях хорошо, а на болоте лучше. Ты прям... Джо, ты прям истинный фанат болота, я тут смотрю. Так, секунду. Давай вот так вот сделаем. Мне эти хламоны здесь не нужны. Енот-полоскун. Уточка. Енот-полоскун. Твою ж макарёку, ребят. Ну какие же они гадкие и мерзкие, а? Вот эти вот ёжики. Что там нам даст? Коктейль Молотова. Зачем бы он мне сдался, если честно? Оп-оп-оп-оп. Ну-ка, давай вот так вот. А? Как оно вам, ребятули? Я вижу, нравится. Вы прям трепещите в душе. Как же вам пощекотал нервы, да, мой аккумуляторик? Вот так-то будете знать, на кого наезжать. Тихо. Никакие... Опачки. А вот это, ребята, уже нежданчик. А вот это уже называется нежданчик. Так, погоди, что я могу вот так сделать? Засада! Меня поймали врасплох, ядрить, макарить. Фу! Хоть немножко подкрепились. Да ё-моё, не знаешь. Еще и этот бросает, эй! Нормуль, да? Отлично, просто... Да ёкалмуны! Джо, не пропадай, родной мой. Все-таки надо было баррикаду улучшать. Чувствую, надо было баррикаду улучшать. Ладно, по-моему, ребята, это последняя волна. Я надеюсь на это. Я сейчас попробую их отбить, а я их отобью. Ежики с динамитом, с бомбами, идите отсюда. Вот так вот, покупаешь, ребята, все припасы и тут же их тратишь. Ну вот, вот этих вот только не хватало мне, а. Вот только этих не хватало мне. Идут в развалочку, блин. Опа, вот это вот я заберу. Вот сюда мы бросим вот так вот.
И начинаем потихонечку бомбить их. Блин, мало патронов. Приходится вот так, ребят, делать. Другого варианта я пока не вижу. Да ядрить тем на корень. Кто там? А там у нас... А там у нас ежи. Эй, пискуны. Фу. Фу. По-моему, справился, ребят. Ну-ка, дай-ка уточку, во-первых. Блин, не успел. Разблокировано. Ребята, это, по-моему, у нас обшивка, да? Металлическая для нашего домика на болоте, который... Да я даже не подбил уточку. Так, ну что у нас там по энергии-то? Еще есть или нет? А, ребятули, энергия есть? Давай посмотрим. По-моему, должна быть. Еще есть маленечко, и у нас мало деньжат. Ну, я должен купить. Купить! Во-первых, мне не хватает. Он стоит 8 тысяч. Ё-моё, и уровень-то такой противненький. С пришельцами, опять же, а? Ладно, хорошо. Это, грубо говоря, экономия денег здесь. Потому что что ты покупаешь, что не покупаешь. Истина где-то не здесь. Это точно. Истина где-то не здесь. Но аккумулятор это солидно, ребят. Это очень хорошо. Давай, иди сюда. Зеленокожие мои. Сейчас будете получать от меня люлей-звездюлей. О, патрончики на М16. Кислотный, ребята, дождик мне даже... подбодрил. Слушай, что-то как-то не то, да? Давай вот так сделаем. Хопа! Я в этот момент буду холодильники зарабатывать. Перезаряжайся, перезаряжайся. Ну, вот это вот, ладно, давай сюда бросим. Пускай жарится. Не подходите к моему убежищу, ядрить вас на корень. Они все равно прут. Они прут! Ну давай, 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 Джо. Надо подбить. О, аккумулятор еще один получили. Фух, ну, возможно, может быть, мы, ребят, с вами здесь как-то и отстоим. Возможно. Не факт, но должны. Крокодил ей отродье идет. У меня есть холодильник, это уже хорошо. Ну где пришельцы-то? Вот они. Опа, еще один аккумулятор бросаем, ребят. Можно это тратить все без... Как говорится, без экономии. Потому что все равно это у тебя в конце все исчезнет. Опа, еще холодильничек, ребят, добыли. Холодильничек-то вообще великолепно. Ну. И аккумуляторик. Вот, сейчас будет веселуха, ребят. Смотри, как классно. Только мультистрайки вылетают. И еще один аккумулятор. Ну, вообще везет, ребят. Просто везет. Я брошу его. Нате. Опа, коктейль Молотова. Я, наверное, вот сюда его подкину. Не будем экономить. Пускай монетки к нам текут рекой. Мультистрайки зарабатывать будем. Ну. Оп, не попал. Не попал, вот теперь попал. Давай так сделаем. На худой конец, ребята. Оп, и вот так еще аккумулятор. Пускай отдупляются. Пич. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, я отбил, ребята. И все, мне вернули мое барахло. Так, уровень пройден, и мы с вами получаем. Ну, неплохо, еще сейчас удвоим. Итого у нас получается почти 6 тысяч. Ну вот теперь я себе куплю точно обшивку металлическую. Вот она. Я еще ее установил, но представляете, улучшение стоит 16 тысяч. Бензобочка. Тетя Клава. Тетя Клава на эпизоде 6-м. Откроется тетя Клава, сосед Вася, медведь, дядя Ваня, Мина. Все это предстоит, ребят, нам увидеть. Так, а я так понимаю, ребят, энергия у меня закончилась. Я, наверное, не смогу, да? Или смогу? Не пойму я. Посмотрим сейчас. 11 уровень, да. К сожалению, ребятули, сколько там ждать? Мы можем подождать. Что тут, 57 секунд. Можно, кстати, за рекламу смотреть. И получать энергию. Ладно, 57 секунд. У меня сколько? 4000. Давайте пока, наверное, маленечко с вами что-нибудь прикупим. Ну, во-первых, мне нужны боеприпасы. Я тут растранжирился капитально, да? Просто офигеть как. По максималке все. Так, оборона у меня. А что он дает? Ну-ка. Укрепляет дом еще лучше и дает намного больше здоровья. Вот, вот это мне и надо было. Это самое то, что нужно. Ну что? Там еще не накопилось? 23 секунды. 21.
Сейчас подождем. Но это, ребят, будет последняя у нас заходочка. Потом там еще что-то у нас откроется интересненькое такое. И в конце, тут практически, ребят, мы половину уровня прошли. И уже вот-вот будет скоро, наверное, в следующей серии будет у нас слизнюк вот этот вот. Мы до него доберемся, надеюсь, что доберемся и его накажем. И там эпизод четвертый уже будет. Так, все, энергия накопилась, я вижу, слышал такой пшик. И мы с вами отправляемся на 11 уровень третьего эпизода. «Давай повесели меня» называется. Повесели, сейчас нас тут повеселят, я думаю. Так повеселят. Эй, иди отсюда, сэр. Как же вы меня раздражаете с этими аркебузами. Так мало того, аркебузы, у них, ребята, еще и душлаг на голове прикрывающий. Я только сейчас понял, что я не купил. Я не купил, ребят, ни холодильника, ничего такого, а. Коктейль Молотова мне здесь вообще мало спасает. Ну. Блин, так быстро у меня улетают, ребят, патроны. Если бы только видели и знали. Да ну, хорош, еще вот эти два глоеда тут летают. Воу, тихо. Самое противное, что я не могу ничем воспользоваться. У меня, потому что ничего нету. Сейчас меня тут, по-моему, разнесут. Сейчас в пух и прах. Да уйди ты отсюда, все, ребята. Я ее подбил. Здоровье, ты посмотри, сколько у меня здоровья. Аптечку мне, срочно аптечку. Медика, хила. Твою маковку, вот тебе, ребята, и... Да... Нежданчик для меня, вот так вот спалился. Я же говорю, ребята, это еще не факт, что мы с вами в следующей серии дойдем до слизнюка. Скорее всего, вряд ли мы дойдем. Ну что же, энергии нет, так что, ребятулечки, будем закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Удачи вам и пока.